Митинги оппозиции, которые прошли в майские праздники, это ритуальные определенные действия. Они не могут их уже прекратить, с одной стороны, потому что они обязались, что они будут митинговать, выводить людей на улицы, тем более в день как бы годовщины прошлого митинга. Они должны были это сделать. С другой стороны, у них нет уже ни сил, ни средств, ни собственного желания все это сделать. Поэтому, мне кажется, это был такой своего рода последний аккорд, когда они собрали людей. И им нужно было, чтобы ни стало, его было провести, несмотря на гибель их же собственного рабочего, который там монтировал сцену, и можно было как бы в знак такого траура значит, митинг объявить закрытым сразу же, они все равно пошли на то, чтобы над телом погибшего человека там кричать какие-то лозунги.